В Армавире утвердили проект комплексного развития поселка Вимы Северного микрорайона. Муниципальная программа «Жилище» рассчитана на 2022-2030 годы и включает создание новой инфраструктуры в двух перспективных районах города. В освоение включены мероприятия по проектированию строительства подводящих сетей, инженерных подводящих сетей и проектированию и строительству дорог. Стоимость этих мероприятий составляет на проектирование это около 300 миллионов рублей, и на строительство сетей и дорог составляет около 7,6 миллиардов рублей. В рамках программы утверждены проекты планировки территории, а также получены технические условия на подключение сети от ресурсоснабжающих организаций. Поселок Вим включает порядка 450 земельных участков для многодетных семей, поэтому здесь появится сразу несколько социальных объектов. Включены также мероприятия по строительству в поселке Вим, строительство школы на 1550 мест, строительство детского сада на 330 мест. В Северном микрорайоне включены мероприятия по строительству детского сада на 330 мест и строительство школы на 1100 мест. Строительство детского сада на Виме планируется уже в 2024 году, а обеих школ на 2024-2025 годы. На данный момент произведен сбор первичной информации и готовится открытие торгов на отбор подрядной организации, которая займется проектированием инженерных сетей и дорог в новом микрорайоне. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.